Озвучка JKub представляет. А это невкусно. А у меня есть хорошее пиво? Я не чувствую себя хорошо по этому поводу. Привет. А я просто хочу выпить лагер. Для тех, кто ничего не знает о пиве, они просто пьют лагер. Ну что это такое? Золотой. Это было что-то вроде Гавайев. Большая волна. Это мой любимый. Привет. Я сожалею, мой макияж весь размазан. Я вернулся сразу после концерта, поэтому сейчас выгляжу не лучшим образом. Свет здесь тоже не очень. Пожалуйста, поймите меня. Мне это не нравится. Привет, ребята. Сразу после концерта. Я скоро умру. Мое горло сейчас в плохом состоянии. Сколько времени в Корее? Корея сейчас... Я слышал, что в последнее время люди совершают видеозвонки с вертикальным экраном. О, сейчас в Корее 15:40. Студентам пора домой. Прошло некоторое время с тех пор, как я был на V-Live. Ой, посмотрите на мои глаза, они все в пятнах. Я думал, что это было очень давно. Поэтому я включил V-Live, чтобы поздороваться. Я собираюсь рыгнуть. Ой, будьте осторожны. Да, концерт уже закончился. Нарезка для этого концерта почти убивает меня. Я немного волнуюсь. У меня впереди еще 3 концерта. Я немного волнуюсь. Но я сделаю все возможное. Я тренировался. Это нелегко. Мне нужно сосредоточиться. Я слышал, что в последнее время люди совершают видеозвонки с вертикальным экраном. Я не привык к видеозвонкам, но мне это кажется немного неудобным. Я обычно просто использую голосовые смс. Вам может не понравиться моя серьга, но это для сцены. Ребята, как дела? Любые вопросы или... Если у вас есть какие-либо комментарии, пожалуйста, сообщите мне. Как мои дела? Я в порядке. Я в полном порядке. После этого я получу необходимое исцеление. Тогда я пойду спать. Мне нужно лечь спать, чтобы завтра выступить. Возможно, вы уже в курсе, но сегодня экран не работал. Была задержка. Поэтому сегодня концерт закончился немного позже. Мои пальцы, я думаю, что они грязные сейчас. Я еще не принимал душ, так что я не думаю, что они чистые. Мне жаль. Все комментируют «Marry me», «Женись на мне». А ну вы, ребята, пишите это слово не так. Мне просто интересно, это так задумано или нет? Это новый тренд? Это тенденция жениться? Чтобы попросить нас жениться на вас? Ребята. Устал, Рэм? Да, извините, устал. Я слышал, что это стало официальным после концерта. Я слышал, что это что-то вроде ритуала. Сейчас я не могу говорить. Во время выступления в Лас-Вегасе Я чувствовал, что иногда мне комфортно говорить по-английски. Я не учился за границей или что-то в этом роде, но иногда я становлюсь честнее, когда говорю по-английски. Говоря по-корейски, я склонен быть более осторожным при разговоре на английском языке. Знаешь, это просто... Нет, чувак, это не проблема. Я такой. Но когда я говорю по-корейски, я такой: здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Вот такая разница. А почему ты не спишь? Чтобы увидеть вас, я пришел поговорить с вами. Отправь сердечко. Вот, сердечко. Я немного похудел. Я похудел. Я подумал, я не знаю, сколько это в фунтах, но я был около 78 килограмм, но сейчас я около 73 килограмм. Чтобы сделать свой вес ниже 70 килограмм, когда я делал Fake Love и DNA, а мне просто нужно перестать тренироваться. Тогда я потеряю мышцы и жир, при этом не кушая много. Я мог бы сделать это, но это ухудшит состояние моего тела. Поэтому я просто ем меньше, поскольку я продолжаю тренироваться. Мой вес сейчас 73 килограмма. Рассказать о Грэмми, поделиться о Грэмми. Грэмми было нормальным. Нам понравилось выступление. Не было ошибок, мы беспокоились. А знаете ли, что допустим ошибку, но ошибок не было. И все аплодировали нам и вставали. Они поделились своим сердцем. Так что мы оценили это. Все было в порядке, представление и все такое. Мы были немного разочарованы. Впервые мы услышали, что Дожа Кэт собирается победить. Но все в порядке, мы можем признать это. Я смотрел на сцены других артистов. Я что-то почувствовал, так что, ребята, что мы можем сделать? Это просто делать все возможное. Создавать хорошую музыку. Это все, что мы можем сделать. Что я просто чувствовал больше всего, так это то, что мы должны больше принимать непосредственное участие во всем нашем альбоме. Типа, знаете, лично создавать и тексты, и мелодии, и аранжировки. Когда-нибудь мы все сделаем сами. Это наша цель, я думаю. Думаю, это одна из причин, почему некоторые люди смотрели на нас свысока. Все, знаете, со временем это будет решено. А мне жаль, я звучу как сумасшедший. Но я тоже люблю Bicycle. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу спеть эту песню. Насчет нового плейлиста. Я готовлюсь и работаю над ним. Я приглашаю действительно интересных и неожиданных людей на свой альбом. Пожалуйста. А, да, пожалуйста. Я заикаюсь. Спасибо. Как всегда, я чуть не назвал название. А, спасибо. Это один? 1,5? А, нет? Это Лос-Анджелес, тогда это версия для США? Мне сказали, что она была увеличена на 1/2 части, и я получил много звонков. Ко мне обращаются с просьбой, чтобы я попросил увеличить порции чокопай и моншелл на 1,5 порции. Ребята, я не Джин. Мне жаль. В последнее время Чунгук мало ест. Он сильно худеет. Его вес составляет около 69 или 70 килограмм. Раньше наши веса были одинаковые. Теперь, когда он мало ест, он просто сказал: Кто не будет есть это? Наблюдая за тем, как Чонгук не ест, я задаюсь вопросом, должен ли я тоже не есть? Чонгук на очень строгой диете. Я немного беспокоюсь, так как его диета слишком строгая. Я ничего не делаю по этому поводу. Ему не нужно худеть. Его процентное содержание жира в организме всего лишь однозначное число. Это свиная грудинка. Моя пища для души. Сделает ли Арем татуировку? Раньше я планировал сделать одну. У меня действительно был эскиз, но я просто отменил это, потому что я боюсь. Потому что я немного тороплюсь. Я действительно очень быстро устаю от некоторых вещей. Так что если у меня будет татуировка, я боялся, что это мне надоест. Ах, я больше не ношу эту штуку на руке. Я возненавижу это. А вот почему у меня нет татуировок. Но я все еще открыт. Когда-нибудь я смогу сделать татуировку. Но после того, как я приду в форму позже. Будут ли у нас новые песни в этом году? Держите пари. Ты собираешься сделать татуировку дружбы на правой стороне ягодиц? Я подумала о некоторых дизайнах татуировок дружбы. Вам может быть интересно узнать об этом, но я пока только говорю об этом, я пока не предпринимал никаких действий. Начиная с 7 точек, что-то вроде большой медведицы, что-то с 7 точками или просто 7-значное число. Если я когда-нибудь ее сделаю, я хотел бы сделать ее на лодыжке, чтобы было проще. Основная причина, по которой я не делаю татуировки, заключается в том, что они все еще являются частью дизайна тела. А мне не нравится, когда меня кто-то узнает. А люди могут увидеть мою татуировку и задаться вопросом: «О, это он?» Люди меня хорошо узнают. Летом почти ничего не ношу, я ношу только рубашки и шорты. Так что если я сделаю татуировки, я боюсь, что меня быстро узнают. Я слишком выделяюсь снаружи. Может быть, я немного высокий, люди легко узнают меня. Так что это моя самая большая забота. Глядя на свое лицо, мне, наверное, придется похудеть до 70 килограмм. Я хожу на пробежку в Лас-Вегасе по утрам. Мне так жаль. Так быстро. Какой цвет волос? Я с серым цветом волос. Сколько карточек с покемонами ты собрал? Я принес этот альбом. Я думал, что принес этот альбом, но я этого не сделал. Я думал, что принес альбом, чтобы показать вам свою коллекцию карточек. Нет, я этого не сделала. Его нет. Я забыл его привезти. Я забыл. Мне жаль, думаю, я упустил этот шанс. Когда я был в Корее, мне не очень хотелось острой лапши. Интересно, почему я такой жадный до острой лапши всякий раз, когда я за границей? Что бы я хотел прямо сейчас, так это холодную лапшу, бонпёнг. И холодную лапшу в стиле бонпён. И лапшу с соусом из черных бобов. А потом бибимбап из сырой рыбы. А я не могу сидеть на диете. Как вернуться к 60 килограммам? Я лучше потренируюсь и поем. Я прав? Вы не согласны со мной? Если мне приходится сдерживаться, зачем мне зарабатывать деньги? О, я призрак лапши, верно? Я призрак лапши, если вы понимаете, о чем я. Испанский? Ой, извините, я обязательно узнаю. Я знаю, что новый хлеб покемонов вышел. Но мне будет труднее заполучить его, если я буду продолжать говорить о нем. Раньше я испытывал некоторую радость в магазине, но теперь... Я собрал более 100 наклеек. А вы знаете, некоторые люди продают их через онлайн-рынки подержанных товаров. Но покупать их там неинтересно. Я хотел собрать их сам. Меня злит вот что. Я очень увлекся коллекционированием наклеек с покемонами, но мне пришлось приехать сюда. Извините, это не очень продуктивный V-Live. Состояние очень-очень-очень хорошее. Мне хорошо. Так утомительно, но очень весело. А мы не смогли в полной мере насладиться шоу в Корее. В Корее все должны были сидеть тихо, не вставая. Я понятия не имею, почему вирус распространяется легче, когда люди стоят. Мне было так грустно от этого. Но теперь я чувствую, что действительно... Я был на представлении прямо сейчас. Все стояли, и все поднимали руки вверх, вверх ногами. Когда я вижу вас, ребята... А вы использовали всю энергию в первой части. Типа доп, пая. И он. А вы использовали всю энергию, больше всего. И знаете, когда вы получаете несколько песен из треков, таких как «Айдол» или что-то в этом роде, а вы, ребята, были так истощены и типа... Мы такие же. А я тоже, я чувствую то же самое. А вы можете подумать, что я пытаюсь немного покрасоваться, потому что я просто переключаюсь между корейским и английским языками. Это просто для общения с большим количеством людей, для вашего лучшего понимания. Я не пытаюсь хвастаться. А мне немного неловко, потому что я делаю V-Live в течение длительного времени. Вам понравилось шоу? Спасибо, я ценю это. Что ты будешь делать на неделе между выступлениями? А у нас есть планы, у нас есть расписание. С днем рождения. Извините, я не поздравил с днем рождения каждого фаната, пришедшего на концерт в честь их дня рождения. Loud the Bombs вживую. Участники должны упорно тренироваться. Эту песню очень трудно петь. Эта песня очень тяжелая. Девочка ты или мальчик? Мужчина или женщина? Латинская Америка. Да, я хочу быть там. Я хочу побывать в какой-нибудь другой стране и съездить туда. Встретиться с фанатами. Вы встречались с ребенком Холзи? Нет, мы его не видели. Но я только что видел фотографии. Она была такой милой. Когда ты собираешься жениться? Я не знаю. Извините, это из-за пива. О, это легко. Хочешь сделать татуировку дружбы? Да, я хочу. Да, это тату дружбы. Это как командная татуировка. Чувствуете, что он отстает? К сожалению, Wi-Fi здесь не очень хороший. О, мой бог. World is complex. We was looking for love. 나도 그런 사람들 중 하나였어. 진짜 사랑인지 뭔지 하나도 모르면서 이제 그랬던. But I found myself, the whole new myself. Сколько я хочу детей. О, знаете, о детях я раньше... Это как татуировка. Раньше я хотел. Я буквально умирал, чтобы когда-нибудь иметь детей. А ну теперь, знаете, когда я думаю о ребенке, вроде меня, и знаете, я действительно не хочу. Я не могу это представить. Это ужасно, если я представляю себя с детьми. Когда я был маленьким, я доводил маму до отчаяния. Я плакал и закатывал истерики. Я считаю, что моя мама хотела отшлепать меня. Это не должно случиться со мной. Лас-Вегас, 7 волшебных гор. Я пошел посмотреть на Уго Рандинони, потому что мне нравятся его пьесы. Я уже видел О-шоу в прошлом, так что... Но я думаю, что было бы неплохо, если бы я увидел это снова. Вайбы Лас-Вегаса мне не совсем подходят. Но я люблю людей. Я люблю бегать здесь. Да, я посплю и отдохну. Я уйду через 30 минут. А мы просто отдыхаем. А вы знаете, V-Live — это общение и времяпрепровождение. Говорящий бред. Вау, так вкусно. Спасибо за комплимент. Объявлено о сотрудничестве со Snoop Dogg'ом. Ладно, это хорошо. Извините, я не могу просто продолжать читать комментарии. Я скажу, что хочу сказать, прежде чем уйду. В любом случае, я останусь в отеле, буду выступать и читать, когда у меня будет время отдохнуть. Читать и смотреть видео на YouTube. В Лас-Вегасе не так много галерей. Это то, что я делал здесь. А я играл в кирбу и... А мои друзья из Кореи присылают так много фотографий цветущей сакуры. Я так завидую. А вот чему я завидую. Да. У нас еще 3 шоу. А я также работал над музыкой. Я понятия не имею, когда выйдет следующая песня. Но я очень стараюсь выпустить ее в течение этого года. Я думаю, что буду сотрудничать с разными людьми, новым и неожиданным образом. Пожалуйста, подождите. Все идет хорошо. Я верю, что это будет круто. Я верю, что сочиняю много хороших песен. А у меня высокий уровень. Я уже говорила о Грэмми. Да, я уже говорила о том, что хотел сказать. Эта лапша очень вкусная. Я сейчас счастлив. И я подумываю оставить волосы, чтобы они стали длиннее, когда вернусь в Корею. С более темным цветом. Я просто позволю своим волосам стать длиннее. А потом я просто сбрею все это позже. А вот что я планирую. Сегодня я много говорил по-английски. Я говорил о многих вещах. А любовь, которую вы дарите. Конечно, всегда были и хейтеры. Всегда. Возможно, это наша вина. Но иногда это не так. Всегда были те, кто нас ненавидит. Нет команды, которую любят все. Наличие хейтеров в США означает, что мы теперь в мейнстриме. Это здорово. Это может навредить армии, если вы думаете о всех этих негативных вещах. Вам не нужно беспокоиться. Этого хотят хейтеры. Эти люди хотят, чтобы люди обращали внимание на то, что они говорят. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Энергию, которую вы там потратите, можно использовать для других приятных целей. Ненавидеть кого-то, я не знаю. Я говорил об этом вчера и сегодня. Они могут просто говорить со своими друзьями, мол, это нехорошо, я их не люблю. Но если они хотят донести это до публики, что ж, это те, кто не может ужиться со мной. Но они не кажутся крутыми, не так ли? Знаете, легко кого-то ненавидеть. Я видел их сегодня, и они ужасны. Они странные. Это так легко сказать. Так что, если вы оставите несколько комментариев под этим, они будут рады это увидеть. Так что не делайте этого и просто игнорируйте. Это будет лучшее для вашего самочувствия. А мы всегда были в положении аутсайдера. Но... А вы знаете, низкие ставки. Но вы собрались вместе, чтобы дать нам эту великую энергию. А вот как мы здесь оказались сегодня. Так что просто будем продолжать делать то, что мы делали. Мы не ожидали, что люди признают нас. Они не говорили, что признают наши усилия. Что мы можем сделать, так это просто сделать несколько значимых вещей. Поделиться этими вещами с людьми через музыку или шоу. Это то, что мы хотим сделать. Вот на чем я хочу сосредоточить свою энергию. Я остановился, чтобы попытаться найти эти негативные комментарии. Так что я думаю, что не буду просто упоминать эти вещи в будущем. Скорее, я просто сосредоточусь на своем росте. И хочу потратить эту энергию на то, чтобы стать лучше. Да. Пожалуйста, и вы тоже. А мы постараемся усерднее. А знаете, между фанатами и хейтерами очень тонкая грань. Иногда они знают о нас больше, чем некоторые фанаты. Потому что ненависть требует больших усилий. Так что, если мы просто продолжим делать все возможное, они смогут когда-нибудь стать нашими поклонниками. Но было бы хорошо, если бы это произошло. А если нет, то мне все равно. Я говорил об этом с мемберами. И, как обычно, в будущем мы просто... На самом деле, недавно я думал о том, что... Может, нам стоит вернуться к тому, с чего мы начали. Вот о чем я много думал. Мы должны быть более активными, чтобы сделать все возможное в создании альбома. А мне скоро исполнится 30. Так что сейчас у меня много мыслей. Или, может быть, это просто моя мысль. Это то, о чем я много думаю. Я подумаю, что могу сделать. И я просто продолжу. Этот V-Live не был продуктивным. Но знаете, V-Live всегда такой. Спасибо за понимание. Увидимся. Ребята, увидимся когда-нибудь. На всей этой земле. Я с нетерпением жду этого. Берегите себя, будьте счастливы. Просто сосредоточьтесь на положительных эмоциях. Я знаю, что это тяжело, но думаю, жизнь слишком коротка, чтобы сосредотачиваться на негативе. Это все, что я хочу сказать. Я люблю вас, и именно вы сделали так, что мы сегодня здесь. И я просто хочу сказать напоследок, я думаю, что многие неправильно понимают. Дело в том, что BTS не только 7 парней. Сейчас это... Я не хочу говорить «отлично», это огромная волна, состоящая из разных людей. И что они игнорируют, так это существование армии. Разная раса, разный пол, так много разных людей. Действительно значимо вовлечены в это имя BTS. Я просто хочу, чтобы люди это знали. А мы можем, мы не такие великие, как самостоятельные артисты или кто-то еще. Но у нас есть и кое-что особенное. Я думаю, что у нас есть что-то отличное от других. И это может быть команда, это может быть национальность. Или язык, который мы используем или пишем. Но я думаю, что самым важным моментом является то, что армия и люди, которые действительно поддерживают нас. И знаете, не только поддерживают, они с нами. Так что я предполагаю, что BTS в 2022 году очень сложны. Так что, когда вам нравится, скажите, что название BTS не только о 7 парнях. Оно включает в себя индустрию, а может быть, корейцев. Может быть, азиатов и в основном армии. Естественно, мы вместе в нашей повседневной жизни. Это не просто один из способов. Я называю это взаимодействием. А мы делаем им что-то. Они дают нам что-то. Я имею в виду, что вы, ребята, даете нам что-то. И сегодня я действительно почувствовал, что вижу вас, ребята, лично и слышу ваши голоса. Это что-то, знаете, это исходит из вашего сердца. И это о душе. Речь идет об обмене искусством и обмене душами. Итак, мы могли бы не знать друг друга, если бы я не занимался этой командой или музыкой. Может быть, я бы поехал в Лас-Вегас и просто прошел бы мимо вас, как турист из Кореи. Но теперь, благодаря музыке, выступлениям и команде, мы можем быть чем-то, знаете ли, в Корее мы называем это «иньон» – отношения. Я не знаю, как это назвать по-английски, но мы стали чем-то, знаете ли, отношения. И я думаю, что это все. Утро – это боль. В жизни несправедливо. Много невезения, драмы. Счастье и радость очень коротки. Но мы встретились. Итак, мы делаем что-то отличное. Думаю, это все, что я хотел сказать. Я думаю, что был слишком серьезен и говорил о том и о сём. Но прошло много времени с тех пор, как я видел вас. И у меня было много мыслей за это время. Поэтому я хотел поговорить с вами об этом. И я просто хотел сказать, что люблю вас. Я не знаю, что скажу дальше. Я боюсь самого себя. До свидания, ребята. Я пойду в кровать. И я люблю вас. Я должен отключить это, прежде чем я скажу что-то странное. Это была озвучка JKub.